пока у нас не будет рынка прокатного, пока у нас не будут окупаться картины, пока не будут собираться сборы благодаря актерам, а будущее нашего кинопроизводства под большой угрозой, потому что сейчас это некая местечковая игра. Не будет хорошего кино, если оно не растет в конкуренции. Не будет хорошего кино, если не воспитывать молодых режиссеров, молодых операторов, молодых сценаристов, молодых актеров. У нас этим не занимаются. Мы пытаемся доехать на старой москвичонке, в то время как все же ездят на новых, там, неважно каких машинах. Поэтому абсолютно закономерно, что наша картина, одна наша картина, не попала на Каннский кинофестиваль. У нас очень немного режиссеров, сценаристов, которые способны делать хорошие фильмы для фестивального кино. А коммерческого мы, к сожалению, хорошего не создаем, конкурентоспособного в мире. Поэтому все закономерно.